В Ударском районе значительно сократилось количество несанкционированных свалок. Об этом рассказал в ходе прямой линии глава Ударского района Николай Жилин. В этом году очистили 2 участка, в следующем уберут еще 6, после чего мусорных точек на карте района не останется. Но только в том случае, если жители не создадут новые. Работа эта трудоемкая и затратная. Каждая уборка обходится примерно в 500 000 рублей. Занимаются в районе и сносом многочисленных ветхих строений. У нас довольно много в районе ветхих домовых строений, особенно после ухода УФСИН. Это у нас почти 3 поселка – Мазендор, Вожская, Йодва. Остался такой жилфонд, который, в общем-то, еще стоит. Надо все это убирать. Мы по Буткану убрали 12 строений аварийных, таковых. Это и гаражи, это и бани, это дома, это и другие какие-то постройки. Всего по Буткану мы сделали 12. Мы готовимся к уборке по таких сооружений. По Солнечному должны сделать, по Жадьягу, по Костану, конечно, и некоторых других населенных пунктов. Жителей района интересовали вопросы ремонта и строительства дорог, благоустройства, качества питьевой воды, а также снижения популяции рыбы в реке Мезень. Этой проблемой занимается в том числе научное сообщество. Для восстановления речной фауны в Ударском районе 3 года как введен запрет на ловлю семги. Кроме того, работает модуль для выращивания мальков. В прошлые годы запустили в Мезень более 1 000 000. В этом 300 000 мальков сига.